Всем привет! Вы на канале Домик у вокзала. С вами Галина. Сегодня я готовлю оладушки. Что для оладушек мне нужно? 2 литра кефира, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки без горки соды, 4 столовые ложки сахара, 4 яйца, пакетик ванилина и мука. Сейчас буду замешивать тесто. Кефир я подогрела, он обязательно должен быть теплым. Сюда сейчас вбиваю яйца. Яйца я размешала, сейчас сюда добавляю 2 чайные ложки соли, 4 столовые ложки сахара. Высыпаю пакетик ванилина. И все хорошо перемешиваю. Далее просеиваю муку. Мука должна быть обязательно просеянная. И замешиваю тесто. Тесто на оладьи я замесила. Оно должно быть густым, еле стекать с ложки. Сейчас сюда буду добавлять соду. Соду блюдце я смешала вместе с мукой. Сейчас буду высыпать сюда в тесто. И все перемешаю. Соду в тесто нужно добавлять в самом конце, перед жаркой оладушек. Посмотрите, какое пышное стало тесто. Как дрожжевое. Все, иду жарить оладушки. Когда соду всыпали в тесто, тесто больше перемешивать нельзя, так как оладушки не будут такие пышные. Жарятся оладушки. Посмотрите, какие они пышные. Поднимаются прямо на глазах. Пожарились у меня оладушки. Посмотрите, какие они у меня получились. Аппетитные, пышные, румяные. Положила варенье черничное. Тарелочку сейчас буду кушать. Покажу, какие они у меня пышные внутри получились. Вот так их обмакиваю. Сейчас буду кушать. Посмотрите, какие пышные. Высокие, пышненькие. А какие вкусные. Черничное варенье. Бесподобное вкусное. Как это вкусно. Готовьте. Блинчики получаются бесподобные. Вот такие. Очень пышные. Все. Всем приятного аппетита. А я буду кушать дальше.